Ну, что я вам расскажу? Если собираетесь на дайвинг, вы должны быть не больны ничем. И ни зубы не болеть, ни никакие части тела. В общем, вы должны быть здоровы. В принципе, я здорова была, но у меня вот после дайвинга голова побаливает. Наверное, это у всех так, я думаю. А у меня из уха идет кровь. И она у меня заложенная. Палочка вся крови. Это не сера. Я половину сейчас не слышу даже. Вот тоже куски засохшей крови. Свернувшейся, вернее. Короче, это все круто, но нужно быть аккуратными. Еще такой прикол. Я когда дали мне рыбок кормить, я не сосиской кормила, как все, а давали улитку, короче, морскую. И нужно было ее разбить. Ее разбить камнем, тоже морским. И, как мы понимаем, все действия замедляются в воде. Ты не можешь делать это резко, либо сильно. Ты это делаешь, как инвалид какой-то. Вот. И это так, наверное, смешно. Я не знаю, будет ли видно там на видео, но я эту ракушку, вернее, улитку, разбивала раз 100, наверное. Я не могла разбить ее. О, ужас. Я инструктору дала камеру, чтобы он меня поснимал. Но в итоге я не могла разбить. До этого он разбивал и давал мне вот эти вот улитки. А потом дал мне самой разбить. И это была его ошибка. Ты мне дашь капли? И эту. Диск этот ватный, чтоб я вату засунула, чтоб не вытекала. Сейчас закапаю уши и вообще ничего слышать не буду. О, у меня, по-моему, пробилось ухо. Одно. Я его закапала, и оно пробилось. Это странно. Теперь очень-очень больно засовывать туда палочку. Мы сходили в столовую. Короче, сейчас. Мы сходили в эту столовую. Короче, заказывали рыбу, а вот это жаркое. Ну, салаты это понятно, блин, они везде одинаковые. Короче, рыба нормальная на вкус. Там были соленые огурцы, и мне не понравилось. Такое ощущение, как будто скисшая рыба. Жаркое понравилось? Жаркое было вкусное. Салатик был вкусный. И понравилось, как люди, как выглядят на своей работе. По всем требующим правилам. Все волосы запрятаны в этих шапочках. Ну, аккуратно, да, аккуратно в этих шапочках, даже которая убирает на столах, она тоже в этой шапочке, в халате там, в спецодежде. Специально в спецодежде. Но вот где мы не были, ни у кого на голове не было. У всех были... Все как в магазине. Да. Здесь именно нормально одеты. Здесь именно по правилам. Самообслуживание, получается. Ты сам убираешь за собой, в плане того, что ты посуду относишь. И сам берешь все. В остальных столовых тоже, по-моему, так же. Да. Сам берешь, но не относишь, по-моему. Там не было такого. Оставляешь на столу. Маленькая, аккуратненькая, приятненькая, уютная. Вкусно готовят. Выбор есть. И при том, что всегда они аккуратные, вежливо, несмотря на то, что очень много народу. Но у всех есть терпение, и все... Тихо, кстати, и спокойно в этой столовой. Да. В остальных какой-то шум, гам, все орут, все ноют, все куда-то... Кто-то где-то ругается, какие-то отношения выясняют. А здесь, так тихо, спокойно. И
Да, эта столовая нам понравилась. Сюда, в принципе, мы, может, и придем в следующий раз, если будет возможность и желание. И стоимость, в принципе, обошлось нам даже дешевле, чем в других столовых. Хоть мы и берем все разное, но принцип тот же самый. Мы взяли, да, ты обычно берешь там картошку, котлету, в этот раз ты взяла жаркое, какая разница? Ну, в каких-то там рублях, наверное. Ну в принципе, то, да, на то и выходит, рубля. Но зато приятно сюда просто даже зайти. Да. Не то, что да, там приятно. В цене там дело, а именно, даже не в обслуживании, а именно в самом то, как готовят, как это подают, тараканы не лазят там и все такое. На удивление их нет. Да, мы не заметили, по крайней мере, ни одного. Так что это столовую, да, советую. Что там, вода грязная, что ли? Во-первых, очень сильный прилив с берега глубоко. И серу какую-то выкинула в воду. И очень грязная вода. Даже далеко. Вчера был дождь, сегодня пасмурно, говна полно в море. Заебись погодка. Ну, с такой погодой мы точно сегодня сгорим.